Плющелистные пеларгонии. Какая-то красота цветов, друзья. И сейчас зимой это особенно ясно. Вот пересматриваю эти видео и восхищаюсь ими. Я люблю их, вы знаете это. У меня есть и другие пеларгонии, но я даю предпочтение плющелистным пеларгониям. Они так красивы, друзья. Невероятно красивы. Такой водопад цветов. Такие яркие краски. И это все появляется летом, в июне, как-то неожиданно. Целую зиму в Англии они у меня на улице. Они не приносят мне совершенно никаких забот. Вот такая природа Англии. Они зимуют на улице. Иногда вот этой зимой, когда были сильные морозы, я заносила их на веранду. А так целый год они растут сами по себе, как я люблю это говорить. И смотрите, как они благодарны. Как они благодарны за мой небольшой уход. У меня просто нет времени. Всего лишь поливы, иногда удобрения и все. Но, друзья, это многолетние кусты у меня. Это не молоденькие растения. Так что не думайте, что за один год вот могут вырасти такие вот большие кусты. Я покупала их давно, лет 5 назад. То есть это 5-4-летние кусты, друзья. У меня есть видео на канале, как я за ними ухаживаю, все тонкости. Я в описании дам ссылку на это видео. Друзья, у меня есть некоторые моменты, которые я записала летом 2022 года именно из этого уголка сада. Живое видео, которое я сняла напрямую под впечатлением красоты вот этих цветов. Мне не всегда удается сделать это напрямую. Постоянно соседи мешают, дети разговаривают. Но был такой момент удачный, и я несколько слов сказала об этой красоте, об красоте вот этих вот пеларгоний. И я предлагаю вам посмотреть все это сейчас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Давно хотела показать вам эту красоту. Красоту, которая радует меня каждый день. Каждый день я смотрю и любуюсь этими цветами. Какие они красивые! И эта красота получилась сама собой. Смотрите, какое-то огромнейшее поляна из пеларгоний. И как так вышло, что все они вот так вот у меня растут вместе? А получилось все так, что, друзья, эти подвесные кашпо просто рухнули под своей тяжестью. И уже такие поломанные немного, я их сложила все на этот садовый столик. И это, друзья, вы видите сейчас вот такие вот россыпи пеларгоний. И все получилось как бы само собой. Вышла такая вот композиция даже, если можно так сказать. Я хочу снять эти замечательные моменты, моменты, когда цветут эти чудесные цветы, друзья. И неважно, какое название этого сорта, точного названия, друзья, я не знаю. Его просто не было при покупке. Но посмотрите, какие это цветы. Сердце радуется, глаза радуются каждый раз. Потому что это неземная красота. Люблю пеларгонии, люблю георгины, люблю бегонии, друзья. И об этом искренне всегда говорю вам. И об этом все мои видео. Какое здесь сложение цветка идет, какие лепестки, какие оттенки, как природа нам преподносит красоту, друзья, какая это красота. Вы видите, какие это цветы, они такие бархатистые, велюровые, как бы оттенки какие богатые, смотрите.
Друзья, этот уголок сада был очень яркий и красивый, и я любовалась им бесконечно. Очень было длительное цветение. Приходя с работы, смотрела на эти цветы. В выходные выходила в сад свой небольшой, тоже смотрела и радовалась этим цветам. И снято у меня много. Это не все. Вокруг этого уголка тоже красивые цветы, фуксии. И это все у меня снято. И я вам обязательно покажу. Просто не хочу делать слишком длинное видео, чтобы не утомлять вас. Огромное спасибо вам, друзья, за ваши просмотры и за ваши теплые комментарии. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Огромное спасибо вам еще раз. И я желаю вам крепкого здоровья. Пусть все у вас у всех будет хорошо. И пусть ваши цветы цветут вам на радость. Спасибо вам. Пока-пока.